убьем за смерть, Иванель! Зачем мы пистолет? Солдате! И хорошо, пулю на него жалко тратить! Вот из моего дома! Что? Не из твоего, а из моего! Ты у меня закладную сперва выкупи! А. Держите меня! Хорошо. Если в прибавке дело, я согласен. Забудем все, что мы тут говорили, да? Что мы, бабы, что ли, ругаться, как на базаре? Прогнать! Так и быть. Даю еще... Нет. 2000 даю. Нет. Не соглашайся, брат. Зачем нам ночью кошмарные сны видеть? 3000 даю. 3000? Нет. Да я за такие деньги, да даже на крокодиле бы женился, ваше сиятельство. Ну, ваше сиятельство. Четыре тысячи даю! Дом починим, не к селя выкупим, каждое пристроим. Может, подумаешь, брат? Нет, нет и нет. Чтобы князь Пантиашвили свою честь и свободу за 4000 продавал. Только за 5.